Доброго времени, читатели Питер Татар. С вами Валюрин Тахир. И сегодня у нас будет такой небольшой влог, скажем, из деревни. Мне хочется поделиться с вами красотами Казани, Татарстана. И рассказать, так скажем, нашу культуру. И не то, что культура, а вот особенный так, день. А сегодня у нас особенный день, потому что сегодня проходит у нас Сабантуй. Сейчас вы увидите пару роликов, связанных с Сабантуем. Я все подсниму это для вас. Также во второй части у нас будет рассказ про быт, про какие-то особенности, про хозяйство. Такие тоже колоритные кадры будут. И в третьей части будут природа, спокойствие, но обо всем по порядку. Всем приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Это мой такой первый опыт и первый эксперимент по данной рубрике. Надеюсь, получится хорошо. Вам понравится, потому что, знаете, вот у нас, так скажем, мало таких праздников, которые знают именно все, которые связаны с татарами. Один из них — это Сабантуй. Сабантуй — это праздник луга. Он обычно отмечается после того, как проходят все посевные работы, когда урожай посажен, когда выполнены все работы по тому, чтобы урожай дал свои хорошие плоды. Из древнего был такой период, когда люди отдыхали, веселились, и был такой создан праздник Сабантуй. Сабан — это как поле, а ту — это как некий праздник. То есть праздник луга, праздник всех вот этих, скажем, посевных культур. Поэтому еще раз всем приятного просмотра. Ждем вашу обратную связь. С вами Валюрин Тахир. Спасибо. Так, кыстык. Бізім балы 8 бала, ақыры емі. Так, әзір кейтті кәйді. Так, анарысын енді біздің қадыр балаларға көшер біз емі, апа сізден соң. Яқшы ма? Так, мында қадыр 2 ойыншымыз қалып бара. Бүтендер ек ма тілеушілі? Үлкендер арасында. Бар ма? Болмаса... Дорогие друзья, вот сейчас я нахожусь на другом Сабантуе, уже во тьме, так скажем, это Республика Татарстан. Он уже более масштабный. Приятного просмотра. Вахат, Вахат Радик, Бриганоль, Константинов, Константинов Бриганоль, Шинши Батыр, Визнен, Ильхрак, Киванова, Хадару Шауде. Зрубе! Айдем ваш пресс! Финал! И финал, финал! Киттык! Ашхрак! Thank you.
Дорогие друзья, вы посмотрели кадры из двух сабантуев. Первый сабантуй проходил в деревне Средняя Серда, второй сабантуй проходил во дне. Сейчас мы находимся в Арске, это уже третий сабантуй. И вот вы можете наблюдать, как вот растут масштабы именно, вот, когда проходит деревня, когда проходит чуть побольше. Вот сейчас мы находимся уже в городе, город Арск. Раньше он был тоже как деревня, сейчас он уже является городом. И в целом вот такой самый настоящий сабантуй, как сказал, уже проходит именно в деревнях, где сохраняется именно культурная особенность, так скажем, культурный колорит весь именно деревенского сабантуя. В целом, всем спасибо за просмотр. Продолжайте дальше смотреть данный видеоролик. Спасибо. Rızıklarımız, konserden atılırız, rızıklarımız kendi olsun. Aman da Арша! Причунда Арша Хзара. Браво, молодцы! Давай пойдем, кстати, разговариваем. Чилущая моя истерика фотография. Омар это брегли. Вот это вот, у кого это? А много детей, еще инсульбатистская. Дорогие друзья, вы посмотрели кадры с татарского сабантуя, с такого самого настоящего, который проходит в деревне. Сейчас пойдут ролики про обыденную жизнь, где показана, скажем, колоритность и красота непосредственно настоящих традиционных татарских деревень. Приятного просмотра.
Дорогие читатели Питер Татар, с вами Валюлин Тахир. Сейчас вы наблюдали Сабантуй, небольшую жизнь, отрывок, так скажем, что происходит в деревне, как вот проходит это все, такие особенности интересные, так скажем, колорит. А сейчас мне хотелось бы снять для вас природу, показать то, что многие действительно приезжают в деревню, стараются убежать от рутины, от городской, от мегаполиса, и окунуться вот в эту тишину, в спокойствие, которое можно получить в лесах или же где-то за городом. Но именно прочувствовать это можно, приехав в деревню. В данном случае у вас есть такая замечательная возможность прочувствовать это через видео. И знаете, что хотелось бы сказать? Деревня – это здорово. И здорово именно с той точки зрения, что здесь можно почувствовать, так скажем, уединение не только с природой, но и с самим собой. То есть, так скажем, некая такая душевная уравновешение, что ли, душевное спокойствие. Ощутить его, понять самого себя, прочувствовать гармонию с природой, потому что человеку важно быть с природой, и в деревне есть такая возможность уединиться от всей этой городской суеты. В конце хотелось бы поблагодарить вас за просмотр такого небольшого и первого опыта в данном контексте, именно влоговом. Надеюсь, вам понравится, и в дальнейшем мы сможем что-нибудь придумывать в таком ключе, дабы как-то разнообразить и просматривать данные видеоролики холодными зимними ночами или же находясь вдали от своей любимой родины. Всем еще раз большое спасибо. Спасибо за просмотр. С вами был журналист Питер Татар, Валюлин Тахир. Спасибо.